Скорая помощь Тюмени Тюменского района принимает по 700-800 вызовов в сутки. То есть в среднем каждые 2 минуты. Примерно треть экстренные, когда от скорости реагирования зависит жизнь и здоровье пациентов. Чтобы справиться с таким объемом задач на линии, в среднем работает около 40 бригад. Каждая в сутки обслуживает по 17 вызовов. Выходные, как правило, больше, по 18-19. Нагрузка значительно увеличивается осенью, в период всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это сложный период для врачей, диспетчеров и, конечно, водителей скорой. Пациентов больше, а под колесами мокрый асфальт и гололед.